У Гомелі пройшло посяджение координационного совета у рамках проекта «Развитие потенциалу для працаулаткования». Он реализуется у Беларуси, Армении и Грузии при поддержке датского «Червоного крыжа». Гомельская областная организация «Червоного крыжа» долучилась до проекта у студені 2019 года. За этот час у регионе створено 6 информационных центров – у Гомелі, Мазыры, Речицы, Карме и Рогачове. Их забезпечили мультимедийным обсталяванням и информационными материалами. Для дальнейшей работы с молодью провели отбор и навучание волонтеров, у тым ліку сярод супрацовников районных управлений по праце и социальной обороне. Наступный крок – формирование фокус-групп. Было проведено 6 фокус-групп, в которых приняли 120 человек. Данные фокус-группы проводились совместно с управлениями по труду, занятости, социальной защите, оценивались потребности обучения. Были выявлены такие темы для дальнейшего обучения, как, например, обучение жизненным навыкам, лидерство, общение и разрешение конфликтов, правовая поддержка. На основании этих запросов мы уже формировали дальнейшие планы работы. Основная мета проекта – мотивация молоді у регионах до занятков предпринимательством. Для их организовывали тренинги по лидерству и вырашению конфликтов, развитие бизнес-инициатив, подрыхтовцы документов и пошуку субсидий. Работа волонтеров проходила по принципе «ровны навучая ровного». Усяго у тренингах по предпринимательству приняли удел каля 100 человек. У ближайших планах на гэты год организация оплачиваемых профессийных курсов для молоді з социально уразливых категорий, у тым ліку инвалидов и створение системы наставництва. Так само будет створены онлайн-архив бизнес-проектов.